Стамбул хуже Сарова. Это должно нас немножко бодрить и радовать. Да, Саров – порт семи морей. Каил Кашпаев признался тут по секрету, он бы хотел побывать в Стамбуле. В общем, назвали они Харьковский аэропорт именем Егора Летова. Причем исключительно на Google-карте. Похлопайте, похлопайте, молодцы. Пенсия, пенсионный возраст увеличился, бензин увеличился в стоимости. Но что это по сравнению с тем, что валежник наш бесплатно? А как мы будем жить? Если вам нужен валежник, идите к нам на YouTube. Если я съедаю, как я ела до праздников, я чувствую себя голодной. Начинать приводить себя в порядок нужно было до Нового года. Опять про жрачку, короче, топим.